В Петербурге активисты поймали, что называется, на живца нескольких педофилов. Среди них оказался и гость из Италии. Для всех извращенцев свидания с несовершеннолетними мальчиками и девочками закончились явно неприятным сюрпризом, причем под аплодисменты. А некоторые даже пропустили пару ударов от самой юной общественности. Общественницы. Репортаж Леонида Рыжикова. Борцы с педофилами назначают свидание настойчивому ухажеру 15-летней школьницы. Тот уже несколько дней активно переписывается с девушкой в социальной сети и явно намекает на интимную близость. Мужчина сначала предлагает встретиться у него дома, но в итоге соглашается приехать в гости. Так ты приедешь? Я тебя жду. Да, приеду. Через сколько приедешь? Точно по времени сказать не могу. Где-то через час-полтора, я думаю, там я буду. За несколько минут до начала акции борцы с педофилами прячутся по углам. Кто-то за шкаф, кто-то в ванну с туалетом. Вот и нашей съемочной группе пришлось пока что посидеть на кухне. Героя-любовника с порога встречают аплодисментами. Молодой человек явно растерян. Он рассчитывал на романтическое свидание, как истинный джентльмен принес шампанское, а вместо этого попал в объятия к охотникам за педофилами. А знаешь ли ты, что нельзя поить алкоголем несовершеннолетних детей? Знаешь ли? Ну, как-то догадался. А зачем же ты так делаешь-то? В это время другой 15-летний активист договаривается о встрече с итальянцем. На сайте знакомств тот не раз намекал, что пока гостит в России, с большим удовольствием скоротает время с несовершеннолетним мальчиком. I live at Купчино. Come here. Blue line. Иностранного гостя тоже встречают аплодисментами и дружно начинают фотографировать. Italian homosexual? Sorry? Homosexual? Итальянец, его зовут Рикки, уверяет, хотел завести новые знакомства в Петербурге и подтянуть русский язык. Да и вообще ни о каком секс-туризме даже не думал. No. No, fuck. No. 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 He's lying? Yes. What he say? Он говорил, что он любит и то по ситуации. Проучить похотливого иностранца решает самая юная и самая хрупкая охотница за педофилами. Итальянец при виде боксерских перчаток начинает истошно кричать и едва не падает в обморок. No, no, please, please. Римские легионы захватили полмира. Real Italian man. Я никогда не поверю, что real Italian man... Девочка 45-килограммовая, значит, для него страшнейшая просто спарринг-партнерша. В этот раз борцы с педофилами обходятся без привычных сеансов уринотерапии. Извращенцев после профилактической беседы отпускают, взяв клятвенное обещание больше не пытаться совращать несовершеннолетних. Полицейских активисты почему-то решили не вызывать. Goodbye, Italian. Goodbye, goodbye. Леонид Рыжиков, Сергей Томюк. Экстренный вызов.